В Башкортостане смягчат правила продажи алкоголя в новогодние праздники. Соответствующие изменения в законодательстве рассмотрели на заседании профильного комитета Госсобрания. Предполагается, что розничную продажу алкоголя запретят с 3 по 5 января с 17 до 10 часов, а 6 января с 17 до 23 часов. Напомню, в первоначальной редакции документа Республиканский госкомитет по торговле предлагал полностью снять запрет на реализацию спиртного в новогодние каникулы. Однако после обсуждения в парламенте законопроект сняли с повестки, отправили на доработку. В результате появилось компромиссное решение – сохранить идею трезвого досуга и в то же время предотвратить рост спроса на нелегальный алкоголь. Добавлю, в настоящее время законом в республике полностью запрещено продавать спиртные напитки 3 января. С 4 по 6 января продажа ограничивается периодом с 10 до 14 часов.